Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте мини купер. Ремонт задней части. На первый взгляд работы немного, но когда начал ремонт, оказалось, что это не так. Бутерброд из металла не позволил нормально вытянуть, при этом меняется только крышка. Рвать металл не очень хотелось. Пришлось резать, тянуть, равнять, сварить. В общем, смотрите, как это было.
на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!